Привет! Кирилл Масленников, Фулковский астроном, ведущий научного канала Курти, снова с вами. Я сегодня хочу рассказать об одном интересном открытии, очень свежем, буквально вот случившемся на днях. 19 октября телескоп Pan-STARRS на Гавайских островах заметил астероид. Ну вот тут надо остановиться немного и объяснить. Во-первых, я хочу напомнить про астероиды. Вдруг кто-то забыл. В Солнечной системе довольно много, кроме вот этих наших основных планет, довольно много маленьких планет. Они варьируют в размерах от буквально нескольких там десятков метров до нескольких километров, а может быть даже десятков километров. Это остатки вот этого протопланетного большого облака, из которого образовались большие планеты. Вот этот мусор, как бы строительный, который там продолжает летать в плоскости эклиптики, вот это и есть вот эти вот малые планеты, астероиды. Они обычно бесформенные такой. В общем, это большие камни, надо сказать. В основном в нашей Солнечной системе астероиды сосредоточены между орбитами Марса и Юпитера. Так получилось, что вот многовековая работа силы гравитации загнала их вот в этот вот пояс. Кроме того, есть внешний пояс астероидов за орбитами Нептуна и Плутона. Это так называемый пояс Койпера. Ну и, наконец, еще считается, что вся Солнечная система окружена таким сферическим облаком, называется облако Оорта, по фамилии астронома, который первым предсказал его существование. И это вообще такой рой тоже астероидов, комет, вот оттуда к нам прилетают кометы в основном. Довольно много получается в нашей Солнечной системе астероидов. Ну и вы слышали, конечно, и видели в газетах, и в интернете, что время от времени начинается, значит, вот всеобщая тревога, потому что какой-то астероид собирается приблизиться к Земле слишком близко, а вдруг он еще туда и упадет, тогда, конечно, мало не покажется, есть фильмы катастрофы и все такое. Так что, в общем, с одной стороны, астероиды довольно обычное событие, с другой стороны, существуют на Земле, поскольку есть такая астероидная опасность, существуют вот такие вот станции автоматического слежения за астероидами. К ним относятся вот новые системы телескопов Pan-STARRS. Это первый телескоп из будущих четырех инструментов такого типа. У него очень большое поле, 7 градусов. Он большой кусок неба сразу захватывает, и он очень чувствительный. Он до 25-й, по-моему, величины звездной, что, конечно, очень-очень слабый блеск, он может ловить движущиеся по небу объекты. Ведь астероиды — это планеты, и они среди неподвижных звезд перемещаются. Можно заметить это перемещение. Именно поэтому их и отождествляют. Ну и вот вернемся к 19 октября, когда телескоп Pan-STARRS на Гавайских островах зафиксировал маленькую черточку среди неподвижных звезд – астероид. Казалось бы, что удивительного. Я уже сказал, что астероидов тысячи и десятки тысяч, открывают их, конечно, в больших количествах. Удивление началось, когда просчитали орбиту этого астероида. Оказалось, что орбита его гиперболическая, и скорость у него очень большая, около 30 км в секунду. Это означало совершенно достоверно один факт. Этот астероид пришел к нам из межзвездного пространства. Это первый в истории астероид, который достоверно определен, отождествлен как межзвездный астероид. Астероид из космического пространства, из других звездных систем. Международный астрономический союз даже ввел новую классификацию по случаю появления этого астероида. Межзвездные астероиды – это первый объект в этой группе. Пришел он со стороны звезды Вега, все ее знают, Альфа Лиры, самая яркая звезда северного неба, каждый вечер можно ее видеть на небе. Вот с этой стороны он к нам прилетел. Но если просчитать его путь назад, до, ну, скажем, на те 300 тысяч лет, когда он там мог оказаться, там еще Веги-то в этом месте не было, она туда еще не подлетела. Поэтому я не хочу сказать, что он как-то прилетел из системы Веги. Он просто прилетел, неизвестно откуда, из межзвездного пространства. Тут же подключился к его наблюдениям очень большой телескоп VLT в Чили, телескоп ESO, который с очень большой точностью отнаблюдал его блеск, изменение блеска и цвет. Оказались тоже очень интересные вещи. Во-первых, оказалось, что он вращается, он летит вот так вот, крутясь, как такой футбольный мяч, который вертится во время полета. Вертится с периодом около 7 часов. Что еще более интересно, он резко асимметричный, он вытянутый, как бревно, у него отношение длины к ширине примерно 1 к 10. То есть это действительно вот такая сигара, как бы, можно даже подумать, что это
космический корабль пришельцев, который залетел в нашу звездную систему. Но почему-то никто такое предположение не высказал, видимо, считается, что это несерьезно. 400 метров примерно его длина, ну и, соответственно, значит, метров там 50 ширина. Вот такой удивительный объект. Интересно еще и то, что он темно-красный. Примерно такого же цвета вот эти вот далекие объекты пояса Койпера, о которых я говорил в начале сегодняшнего рассказа. Почему это так? Потому что в течение тех сотен тысяч или даже миллионов лет, которые этот объект летал в космическом пространстве, он испытывал постоянное облучение космическими лучами. Не просто жестким излучением, не просто фотонами, а космическими лучами. Это исключительно высокоэнергетические частицы, которые в космосе летят, в общем, даже неизвестно откуда. Обычно это протоны, но энергия их какая-то совершенно фантастическая, порядка 10-19, 10-20 электрон-вольта. Достаточно сказать, что наш знаменитый адронный коллайдер не способен такие энергии производить. Эти частицы космические, они раз в 30 более энергичные, чем самая большая энергия, которая вырабатывается адронным коллайдером. И даже, честно говоря, непонятно сейчас, откуда они берутся, потому что ни один из известных астрофизических объектов не способен до таких энергий разгонять частицы. И вот такими частицами облучается во время своего полета сквозь космическую пустоту вот этот астероид, и это приводит к тому, что вот у него появляется такой цвет поверхности. А состоит он либо из даже металла, есть такое предположение, либо из камня, вот, который так вот изменил свои свойства в процессе этого путешествия. Сейчас астероид этот быстро улетает из нашей системы, улетает опять в свое бесконечное космическое путешествие. А мы вот остаемся теперь с этими материалами. Будем ждать прилета следующего такого тела. Надо сказать, что по оценке такие объекты прилетают во внутреннюю часть Солнечной системы примерно раз в год. То есть, в общем, довольно часто. Но поскольку они все-таки очень маленькие и обнаружить их очень трудно, то вот только благодаря вот этой новой системе PanSTARRS мы смогли первый раз за всю историю астрономии зарегистрировать такой объект. Будем ждать следующих новостей, но мне кажется, вот эта новость очень интересна. Счастливо, до следующих встреч, подписывайтесь на нас.